Сегодня, вы знаете, группа «Флюгер» собрана по кусочкам лучших представителей многих групп. С нами сегодня Сергей Рамазанов, группа «А ну-ка, на-ка». С нами сегодня Марина Смагина, группа «Алоха». И с нами сегодня Сергей Городенский, собственно, группа «Флюгер» и группа «Бис». Ну, начнем. Мы для массовости. Мы так. Сегодня группа «Флюгер», как я уже говорил, собранная по кусочкам, выступает в усиленно ослабленном составе, что существенно расширяет нам простор для творческих экспериментов. Что у нас не получилось, сейчас увидите. Что получилось, сейчас узнаете. С моим Серегой мы живем не на Рублевке, а так на Истре, на самой бровке. Жуем и жрем, как не в себя, без остановки. И перед сном стараемся гулять. Все выходные мы искали смысл жизни в постмодернизме и эротизме. Его почти нашли в антисемитизме, но упустили, где теперь искать. Ночная тревога, отстань, отпусти. Сосед мой Серега сказал вести. Наш номер с камином и виски и стол, коттедж с мезонином, даешь рок-н-ролл. Вчера в Москве искали резника с папушей, внутри их нету и нет снаружи. Они в Ташкенте околачивают груши. Вот так мы флюгер собираем каждый раз. Куда уехал цирк, мы вам сейчас не скажем, а лучше вмажем, споем и спляшем. Но тот, кто раньше с нами был, тот и сейчас же, и завтра он же. Вот ведь парадокс. Тут дело привычки, на то мы стоим. В авто, в электричке добрались к своим. Два дня веселились, порвали танцпол, наелись, напились. Серега живет рок-н-ролл! Вторая песня тоже экспериментальная. Когда мы часа три назад показали ее Марине Смагиной, она ей очень понравилась. Она так и сказала: прекрасная, замечательная, хорошая песня. Вот и пойте ее сами. Но и это еще не все. С одной стороны, это финальная песня. С другой стороны, финал ложный, так как еще будет окончательная финальная песня. Как честные люди, мы просто должны были предупредить вас об этом. Засыпает Москва, просыпается область. В Подмосковье гитары, костры тут и там. Если снег и дожди, или выпить охота, с давних пор хоронится народ по лесам. Песня лучше поется, коль поешь ее басом. И над лесом летит, ее не заглушить. Но поверьте, друзья, приходя на колбасник, так чертовски охота любить. Православная ты,
мусульманка, будь иудейка или католичка, лютеранка. Хорошо, что ты в душе калужанка. Мы вас, вас нам все равно давно. Армянин, грузин, пингвин, даже японец, если бурят ты, или узбек, или кроманьонец, хорошо, что ты в душе калужонец. Низкий поклон, позвольте выйти вон. Минуточку. Предыдущая финальная песня была ложная. А теперь финальная песня сложная. Пиджак от Кутюр, эпиграф от Качанова. Тот, кто когда-нибудь пил с Рамазановым, этого не забудет никогда. Тот, кто когда-нибудь пил с Максом Никишиным, этого никогда не вспомнит. Я буду помнить первые пол-литра всегда, они, как горный орел, будут терзать печень мою. Но это завтра, а сейчас пуста же голос я сорву. Я с вами пью, я с вами пью, я вас люблю. Пусть не все ноты я спою, пусть ложану и пусть сорву, совру. Я с вами пью, я с вами пью, я вас люблю. Я буду помнить только слёт Калужки всегда. Он, как большой наш дом, будет хранить всех нас любя. Когда вернемся мы домой, пусть каждый привезет с собой частичку слета, ну а главное себя. Когда вернемся мы домой, пусть каждый привезет, пусть каждый будет как герой, а Рамазанов привезет меня домой. Эй, когда закончится слет, пусть в душе каждый поет, пусть с утра не болит голова. Мы сейчас закончим буфет, ничего вечного нет, иногда не нужны нам слова. Тра-та-та. Приветствие наше, конечно, было по исполнению спорное, но бесспорно короткое.